Добро пожаловать на канал Hardware's Info. Перед нами находится телефон Honor X6, и сейчас мы разберемся, как помочь нашему телефону работать быстрее. Итак, на скорость телефона всегда очень влияло два фактора. Это количество свободного места в внутреннем хранилище нашего телефона и оперативная память. Хранилище должно всегда быть где-то 30% свободного места, а оперативная память всегда должна очищаться нами, чтобы наш телефон не вис. Что мы для этого можем предпринять? Во-первых, можем перейти в настройки. В настройках мы открываем раздел «Память». И здесь мы можем, во-первых, посмотреть, сколько памяти у нас занято, сколько свободно. Во-вторых, можно посмотреть, чем. И воспользоваться функцией очистки. Очистить наши файлы. В приложениях у нас 2 гигабайта. Здесь можно их очистить кэш этим приложением. Сбросить данные. Но также можно и поудалять эти приложения. Точно так же можно поступить и с аудио, и изображениями, и большими файлами, которые есть у вас на телефоне. Здесь также вы можете увидеть, сколько в процентах занято сейчас вашей батареи. Следите за тем, чтобы не было больше 70. Также, для того, чтобы вам было спокойнее удалять ваши файлы, вы можете перейти в раздел Google. И здесь воспользоваться функцией резервное копирование. Следите за тем, чтобы она была включена. После чего можно выбрать, например, фото и видео. Нажать разрешить. Разрешаем этой функции работать. Включить автозагрузку. Исходное качество. Окей. Потом те фотки, которые есть у вас на телефоне, будут перенесены в Google Фото. Таким образом, вы сможете и фото, и видео поудалять. Но они занимают тоже немало места всегда на телефонах. Также есть системный диспетчер на данном телефоне, в котором вы сможете воспользоваться очисткой памяти, которой мы только что воспользовались через настройки. И также есть оптимизация, которая позволит нам очистить оперативную память. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!